Весь этот разговор, так или иначе, в поддержку публикации Ванти, в частности, вот сюжет 0, 1, 2 и начало сюжета 3, о них рассказано в моей статье, которая опубликована в прошлом году в Ванти. Мы стараемся в Ванти поддерживать, насколько это возможно, уровень неплохих и полезных для вас, для читателей, публикаций. Конечно, наверное, уровень старого кванта, который можно найти в открытом доступе здесь, он практически недостижим. Классики уровня там, Николая Борисовича, Васильева, Анатолия Петровича, Савина, по этим, скажем, ключевым именам. И если вы пройдетесь, вы ни одной случайной статьи не найдете. И во всех их работах, ну, прекрасная, замечательная математика, к которой мы, ну, пытаемся приблизиться. Александр Васильевич Спивак, который присутствует и руководит этим мероприятием, огромный вклад внес замечательные статьи. По поводу этой штуки, она, конечно, всем безумно нравится и не оставляет практически никого равнодушными, но это очень большое, как бы, искусство. Во всех предыдущих задачах я считаю, что они сложные, вот, и первая встреча с такими постановками, ну, какое-то неизбежное большой знак вопроса, а что делать, за что зацепиться. После того, как вы находите, ну, какое-то вот зерно в этой операции, какое-то, в данном случае мы говорим о счетчике, да, который характеризует нашу текущую ситуацию, насколько мы далеко от цели. После того, как вы его обнаружили, конечно, задача очень, постановка бывает очень сложная. Искусство увидеть вот за одним сюжетом другой, да, то есть переформулировать задачу на такой язык, чтобы она стала более понятной, очевидной, конечно, этому надо учиться. Ну и всякий раз это тоже некоторое прозрение. Увидеть за плоской картинкой трехмерную.